人民共和国国歌。In Mentimong, lead the national anthem, de la Chine. And now the national anthem of People's Republic of China.Здравствуйте, уважаемые телезрители. Телеканал «Спорт» предлагает вашему вниманию заключительный матч мужского олимпийского турнира в группе «С». На стадионе Кьюнхангдау встречается в присутствии 33 тысяч. А стадион, конечно же, заполнен, даже переполнен до отказа. Пятикратные чемпионы мира, бразильцы, которые пока еще ни разу в истории этой страны не выигрывали золотые медали Олимпийских игр. А соперник у них сегодня очень серьезный. Это хозяева олимпийского турнира, сборная команда Китая. Итак, бразильцы выступают в своей традиционной форме, желтые футболки. Ну, а команда Китая выступает в красной форме. Вот она сейчас на ваших экранах. Да, это заключительная игра в группе С. И если бразильцы уже обеспечили себе выход в следующий раунд, в четвертьфинал, где они сыграют с командой Камеруна, то команда Китая может впервые в истории своей страны выйти в следующий раунд. До этого сборная команды Китая на Олимпийских играх выше 9-го места не поднималась. Это было трижды в 36-м, 48-м и 88-м годах. Это состав сборной Китая. Желтые – это желтые карточки, соответственно. Ну и Ратомир Джуякович, серб, главный тренер сборной команды Китая. Писали в прессе, ходили разговоры, что его заменили на тренера китайца происхождения Эни Тяшенга, что Ратомир Дулькович, будет помогать тренерскому штабу, будет смотреть за сборными, будет давать советы. Но этого не произошло, он возглавляет команду, а капитан сборной команды Бразилии, это чемпион мира, Дунга, известный специалист, о котором уже столько говорили, столько рассказывали, что, наверное, добавить, как говорится, нечего, но, может быть, что-то вспомню, добавлю тогда. Это вот Радомир Дуйкович на ваших экранах и Дунга. Посмотрим за этим матчем. Главный арбитр сегодняшнего матча, арбитр из Южной Африки Джероме Дамон, сейчас даст свисток, и на этом отличном газоне, на этом отличном поле начнется игра. Сборная команда Китая имеет одно очко в своей группе. Сборная команда Китая сыграла в ничью 1-1 с командой Новой Зеландии. Столько же очков у команды Бельгии. Бельгийцы сегодня встречаются с командой Новой Зеландии. И в случае, если бельгийцы проиграют, команда Новой Зеландии очков пока в своем активе, ну, за исключением одного очка, не имеет, то сложится, может быть, очень интересная ситуация в этой группе. Ну, будем смотреть. Матчи проходят параллельно. Попробую какую-то информацию добывать о матче, в котором встречается Бельгия и Новая Зеландия. Ну, а нас Бразилия и Китай. Дунга дал резервистам выйти сегодня в основном составе. Состав команды Бразилии на этот матч. Ренан, он в воротах под 12-м номером. Таго Сильва 4-й, Марсело 6-й, Александр Пата, который обещал быть лучшим бомбардиром, сделал один шаг к этому, 9-й, Рональдиньо, капитан команды, 10-й, Ромериш 11-й, Ренан 12-й, Эльсиньо 13-й, Брено 14-й, Тьяго Невиш 18-й номер,
Лукас под восьмым и Диего 15-й. Вот состав команды Бразилии. Состав команды Китая. Ну, давайте по ходу встречи посмотрим вот за этим началом. Китайцы пытаются играть в агрессивный футбол, и турнирное положение их к этому обязывает. Ну, далеко какой бросок, наверное, метров на 20, на 25 мяч полетел параллельно линии кромки поля. Это на ваших экранах четвертый номер Таго Сильва, игрок сборной команды Бразилии. Ну, конечно же, 12-й игрок на поле – это сегодня болельщики сборной Китая. Есть небольшая группа поклонников бразильского футбола. Первый свисток в сегодняшнем матче, нарушение правил. Неверно сыграли против Жао Сури, 16-го номера команды из Поднебесной. Вот видите, болельщики не умолкают. Удар по воротам. И намного выше цели, но это вызвало, так сказать, некие восторги на трибунах. Есть изменения в составе команды Дуйковича по сравнению с последней игрой с бельгийцами, в котором сборная команды Китая проиграла 0-2, я уже говорил. Ничью с Новой Зеландии. Но это то, что касается бразильцев, то они обыграли Бельгию 1-0 в стартовом матче. Это была очень важная игра, как говорил Дунга. В стартовом матче всегда важно одержать победу. Причем удивительно, что бельгийцы заканчивали матч в девятером. Но бразильцы, кроме одного мяча, это сделал Эрнандес на 33-й минуте, забить не смогли. И выиграли у Новой Зеландии, ну, со счетом 5-0. Далеко сейчас отпущен мяч. И такая многочисленная оборона, которая явно превосходила нападение, контратаки бразильцев отобрала. В достаточно быстром темпе китайцы стараются играть. Четвертая минута, пока счет не открыт. Сборная команда Китая встречается с бразильцами. Бразильцы решили взять мяч под контроль. Наверное, правильно сделали. Сборная Китая очень тщательно готовилась к этому олимпийскому турниру и провела даже двухнедельный сбор на базе, спортивной базе клуба английской премьер-лиги Челси. Провела несколько тренировочных матчей. Ну, а сборная команда Бразилии не менее тщательно готовилась. И многих, к сожалению, игроков не отпустили в сборную Бразилии, которые изъявили желание играть за эту команду. По этому поводу был даже, ну, если не конфликт, то спор между Международным олимпийским комитетом и Международной ассоциацией футбола. И Жак Роги, и Зеп Блаттер решили после этого олимпийского, после этой Олимпиады встретиться, переговорить между собой, как же решить эту проблему. Разные высказываются мнения на этот счет. Жак Роги считает, что ФИФА должна включить в официальный календарь олимпийские игры по футболу, и тогда никаких проблем не будет. А Вилан считает, что на Олимпийских играх в Лондоне должны играть только 23-летние футболисты. И вот здесь, по-моему, травма у футболиста сборной Бразилии, если я не ошибаюсь. Это Лукас, молодой футболист из английского Ливерпуля, получил травму, был удар головой и... Да, затылком попал ему китайский футболист, но неумышленно, однако, в общем-то, от этого не менее больно. Донг Фанджи на ваших экранах. Футболист, который, кстати, играет в Манчестер Юнайтед. За 124 года в Манчестер Юнайтед не было ни одного футболиста китайского происхождения, и вот может появиться. Он из Антверпена. Вот он на ваших экранах. Донг Фанджи. Бразильцы дипломатично отдали мяч менее титулованным. Кстати, вот в рейтинг сборной команды Китая даже в 80 стран не входит по участию на Олимпийских играх. Ну, а сборная Бразилии, об этом мы поговорим чуть позже, потому что если сейчас этот парень успеет за мячом, но Хао Джуинминт не успел. Хотя передача, вы знаете, с фланга на фланг была хорошей.
Марсело. Начинал в стартовом составе в двух предыдущих матчах. Представляет мадридский Реал. Тут, как говорится, уже все ясно. Просто говоришь, кого он представляет, какой клуб, да? И становится все ясно. Хотя пробиться в состав мадридского Реала не так-то просто, но тем не менее. Вот хороший перехват. В подкате в последний момент. Все чисто сыграл защитник. Похоже, что Лукас пришел в себя. И хотя футболист сборной Китая держится Жу Тинг за ушибленную ногу, арбитр, который находился рядом, Дамон, все видел, считает, что все было в пределах правил. Ну, вот если для команды Бразилии эта игра не имеет принципиального значения, никто в турнирной таблице обойти их не может, то для Китая, еще раз скажу, эта игра может стать исторической. Вот скамейка запасных. Селесао, избранных, как называют бразильцев, или пентакампеонов. Были участниками всех финальных стадий чемпионата мира. Это единственная страна, но ни разу не выигрывали Олимпийские игры. И более того, на предыдущих Олимпийских играх в Афинах не участвовали в финальном турнире. Сейчас было нарушение правил, но, правда, бразильский футболист вот так очень явно показывает главному арбитру сегодняшнего матча. Это Ромериш, вот он на ваших экранах, что его держали за майку, а не он держал. В данном матче 18 номер. Это Лю Жанли, это основной вратарь сборной команды Китая. Ну, напомню, что в мужском турнире 4 группы по 4 команды. Из группы 2 команды выходят в следующий раунд, четвертьфинал. У женщин 12 команд, у женщин еще команды, которые занимают третье место, могут также претендовать на выход в следующий раунд, если они будут лучшими среди третьих команд. Ну, и в отличие от женских национальных команд, которые представлены национальными сборными, у мужчин есть ограничения. Это футболисты до 23 лет должны быть. В стартовой заявке их должно быть 15 человек, и только 3 футболиста могут быть старше 23 лет. И обязательно в заявке должно быть 2 вратаря. Это основное правило. 10-я минута идет матча. Вот кажется, бразильцы берут игру под контроль. Я вспоминаю матч с командой Бельгии, когда во втором тайме бразильцы в течение 15 минут бельгийцам не давали возможности перейти на свою половину поля. Кстати, в том матче, как и в матче с Новой Зеландией, Жо, футболист которого поклонники футбола. Ох, прекрасный финт. Ах, вот передачу поточнее, все на смарку пошло. В нашей стране хорошо знают, молодой, талантливый футболист, очень перспективный, выходил на замену и даже забил гол, но из явного положения вне игры, поэтому этот мяч не засчитали. И атака, пас грудью, хорошая передача. Ну, конечно, Рональдиньо, я бы так сказал, лишний вес, по-моему, у него все-таки есть, но то, что он читает игру, понимает игру и, как говорится, талант не ржавеет, мастерство не пропадает, это несомненно, это про него. 10-й номер Рональдиньо из футбольной семьи. Теперь игрок Милана. Капитан сборной Бразилии. Такая небольшая пауза в игре. Бразильцы тут медленно, но продвигаются к чужим воротам через Рональдиньо, который прекрасно видит поле. Ну, назад вынуждены пятикратные чемпионы мира сделать передачу. Бразильцы 3 раза поднимались на пьедестал почета на Олимпийских играх, но это небольшое напоминание, пока у нас пауза в игре. В 96 году это у них было последнее достижение, третье место в Атланте. В 88 году, конечно, болельщики помнят знаменитую игру команды Анатолия Бышевца и гол в дополнительное время сборной команды Советского Союза.
серебряные медали. И в 1984 году в Лос-Анджелесе сборная команда Бразилии проиграла не менее сильной команде Франции. Вот у них три медали, ни одного золота. Дважды были близки к успеху, дважды играли в финале, но не больше. За боковую здесь рисковать нельзя. Здесь рисковать нельзя, и лучше этого не делать. Бразильцы сохранили мяч. Арбитр вмешался в игру. Ну, все продолжается. Большими силами атакуют бразильцы. Только в кадре их сейчас было 6 человек. Прекрасный пас. Носком, словно рукой сейчас давалась передача на ход своему партнеру. И партнер поблагодарил за эту передачу. Вот на ваших экранах футболист, Лукаш, который пострадал. Но, тем не менее, как говорится, нашел в себе мужество и остался на поле. Любопытно, что один из лучших футболистов, который выступает за клуб Чартон Атлетика, в Англии играет Джен Джи, остался в запасе под 8-м номером, но может выйти на поле. Я вот так анализирую состав команды Китая на этот матч. За пределы поля. Ну, в данном случае Ратомиру Дуйковичу, что называется, виднее. Бразильцы опять контролируют мяч. Но пока без ударов по воротам. Был удар в сторону ворот сборной Бразилии, но мяч очень высоко над целью пролетел. Вот в предыдущей игре, а точнее нет, раньше даже, в первой игре с бельгийцами была похожая ситуация, когда бельгийцы построили мощные оборонительные редуты. В шестером, в семером оборонялись, и, как сказал Дунга, пришлось во втором тайме особенно использовать фланги, да и в первом тайме тоже, чтобы растянуть оборону. Вот я смотрю, что сейчас бразильцы пытаются это сделать. Что-то похожее голландский футбол играет, когда игрок вот на самой линии получает мяч. На чужой половине поля китайцы так нерьяно атакуют, а вот как только мяч пересекает и переходит на их половину поля, вот тут другая игра, видите? Через фланг. Положение вне игры. Офсайд. Это Алешандре Пато. Он из Милана. Вот он как раз ратовал за то, чтобы Барселона, тогда еще Барселона, отпустила Рональдиньо на этот чемпионат, на этот олимпийский турнир. И сказал, что с таким капитаном мы, конечно же, обыграем всех. И я стану лучшим бомбардиром. Пока забил он один мяч. Нарушение правил. Вот так без особого энтузиазма хозяева турнира подходят к мячу. За боковой. В общем-то, немного выжили из этого нарушения правил. Ну, конечно же, авторитет давлеет над Дунга. Главный тренер бразильцев, который сказал, что от нас ждут только первое место. На нас оказывается большое давление, и футболисты хорошо мотивированы. Многие рвались в сборную, к сожалению, некоторых не отпустили свои клубы. Но об этом разговор пойдет еще. Но те, кто играют, они очень хотят играть. Ну вот видите, и 7-й номер Китая. Китай продемонстрировал нам вот эту вертушку. Хао Джуймин. И если мы не выиграем, то болельщики и журналисты нас просто не поймут. Нам обязательно нужно побеждать в этом турнире. И мы приехали сюда за золотыми медалями. Интерес к матчам с участием сборной Бразилии, конечно же, очень большой. На тренировках много журналистов, специалистов, болельщиков, поклонников футбола. Футбол в Китае полюбили. Но вот могу сказать такую интересную статистику, что а,
Чемпионат Китая среди клубных команд начался в 1926 году, в СССР в 1936 году, а в Бразилии в 1971 году. До этого были чемпионаты своих штатов. Представляете, Китай насколько впереди бразильцев? Ну, пусть вот в такой мелочи, но тем не менее. До 1971 года в Бразилии назывался «Золотой кубок», с 1975 года «Кубок Союза», а с 2000 года «Кубок Жоао Виланш». Ну. Рональдиньо. Нет, было положение вне игры, а вот здесь можно играть и забивать. Все так и есть. Ну вот видите, Рональдиньо выдвинулся в центр поля и дал возможность 15-му номеру своей команды, это Диего, открыть счет в сегодняшнем матче. После его удара, выхода 1-1, четкого исполнения, счет становится 1-0. 1-0 в пользу сборной Бразилии. Давайте посмотрим еще раз эту атаку. Мне кажется, что здесь защитники просто оплошали. Вот очень остроумно был пропущен мяч. Не было положения вне игры. И Диего, уложив вратаря, уложил мяч в пустые ворота. Вправо ушел. И, как говорится, на исполнение. Мог капитан сборной команды Китая спасти свои ворота. Ли Вейфенг, опытный спортсмен, но он уже не успел заменить вратаря. Итак, сборная команда Бразилии вышла вперед после точного удара Диего. Счет становится 1-0. Так бразильцы забивают 7-й мяч на этом олимпийском турнире. Один из лучших показателей. Сборной Китая нужно отыгрываться. Ах, вот останавливай мяч. Ну, правда, здесь три защитника бразильской команды было. Но, тем не менее, мог получиться Танго Сильва, четвертый номер. Мог получиться опасный момент. Это Ренан. Он основной голкипер на этом олимпийском турнире. Ему Дунга доверяет. Он начинает третью игру в стартовом составе. В отличие от многих других футболистов, ну, в качестве Алекс Сильва, Рафинья не играет в стартовом составе. Эрнанес, пятый номер. Андерсон, седьмой. Они в запасе. Они могут выйти в такой вот резерв главного командующего. Ну и мы ждем появления Жо. Посмотрим, как он в сборной Бразилии смотрится. Вот самое главное, как мне кажется, для сборной Китая не перейти на выяснение отношений, кто техничнее в этом матче. Да? То есть даже вот... Хорошо, что ты пробрасываешь соперника между ног, но счет-то 0-1, проигрывают китайцы. Рональдиньо пришел в оборону, отработал небольшой эпизод и успеет в подкате в последний момент. Отлично играет защитник Тиаго Невиш. На ваших экранах. Выходил на замену в двух предыдущих матчах. Сборная команды Китая быстро разыграла. Хороший момент. Ну, кто ж так мяч-то останавливает, как от стены отлетел. Видимо, не ожидал. И вратарю уже здесь приходится вступать в игру. Сборная команды Китая начинает еще одну атаку. Ну, понятно, понятно. Команда проигрывает. Есть шанс выйти в четвертьфинал. У себя дома, конечно же, это очень бы хотелось и болельщикам, и любителям футбола. Но помимо хотения еще нужно и мастерство. Можно было дальше еще продвигаться, потому что футболист, которому адресовывалась передача, как раз находился за спиной у защитника. Если бы игрок с мячом продвинулся, как раз у этого игрока без мяча была возможность выскочить из-за спины. Чуть-чуть вот не хватило здесь... прочитать этот момент до конца. Но это мое мнение, еще раз скажу. Напомню, что англичане утверждают, что лучше всех играют в футбол те, кто сидят на заборе. Ну, наверное, и комментируют футбол. Они понимают все. Бразильцы держат мяч на своей половине поля. Они пытаются форсировать события. Подбирайте.
Вам нужно выигрывать, вы отбираете. Примерно так можно оценить действия бразильских футболистов на поле. Да, три сборных уже, Бразилия, Аргентина и Италия, обеспечили себе место в четвертьфинале. Но вот эти три сборные являются фаворитами олимпийского турнира. Ну, а также вышли в следующий раунд это команда Нигерии и сборная Нидерландов. Тоже сильные, хорошие команды, добротные. В следующем раунде уже олимпийская система, игра на выбывание. Проигравший уезжает с олимпийского турнира. Поэтому и обидно, и интересно. Ну, боятся бразильцы в одно касание, нет, не играть, а обыгрывать. Пас на фланг. Рональдини, ну, конечно, когда он находится рядом, не дать передачу ему просто грех. Как видит поле, прекрасно. Только тут вышел на хорошую позицию Рамериш, и тут же ему следует передача, но защитник в данном случае пас Рональдини прочитал. Вот он на ваших экранах. Ратамир Дуйкович. Он работал со сборной Ганы и вывел эту сборную в 1/8 финала на чемпионате мира в Германии. Интересная команда, интересный тренер. И сборная, простите, Федерация футбола Китая думала, кого же все-таки пригласить. Даже рассматривалась кандидатура Берти Фокста, но все-таки вот Радамир Дуйкович, что называется, здесь победил. Правда, вот меня несколько смущало то, что вот перед началом олимпийского турнира поговаривали о том, что он уйдет, так сказать, вот на роль консультанта команды. Ну, нет, остался. Бразильцы, атака через центр. Вот я так. Рональдини прекрасно прикрывает мяч корпусом. И пас на фланг. Назад к своим воротам. Бразильцы держат мяч. Отбирать мяч всегда, конечно, очень не хочется. Впрочем, как и догонять. Ах, зашел мяч. А читалось, что правой ногой сейчас на партнера 9-й номер сборной Бразилии Алешандро Пато будет делать передачу. И то выскакивать еще раз 1-1. Уже один выход 1-1 был. Ну, бразильцы плетут свои кружева. Ну, либо рывок должен быть пораньше, правда, тогда можно в офсайде было оказаться, либо передача Рональдини должна быть чуть-чуть потише. Ну, вот он на ваших экранах, Рональдини, 28 лет, чемпион мира 2002 года. Ну, еще на первенстве мира до 17 лет, в 97 году выигрывал. И нет, эту передачу даже в подкате не достать. Кому же сделать передачу? Вот я вспоминал победу нашей сборной команды мужской на олимпийском турнире в 88 году под руководством Анатолия Федоровича Жбышевца, который вот фаворитами ставит сборную Бразилии и Аргентины. И, конечно же, пусть это будет повторено уже, наверное, несколько раз комментаторами нашего канала, но, тем не менее, мы вот с 88 года в течение 20 лет больше на Олимпийские игры не попадали. То есть, так сказать, ушли, пока вот не побежден. Ну, конечно, никуда мы уходить не собирались, и цели есть, цели выигрывать. Но для этого нужно пробиваться на Олимпийский турнир, финальную стадию. Долго думать не дают. И по ногам, и по мячу. Технично этот парень, но технично всегда достается. Илсинья, 13 номер, на фланге играет.
бразильцы опять с мячом. Но они постоянно с мячом. Команда Китая пытается отвечать контратаками. Вот одна из них. Но бразильские полузащитники успевают вернуться, помочь обороне. И не нужно выдумывать то, что я говорил, чем могут стать заложники. Заложниками гипноза бразильского. Пытаться с бразильцами сыграть в техничный футбол. Нужно играть в свой футбол. В тот футбол, который умеет сборная команды Китая играть. И вот бразильцев это быстро получается, да? Конечно, сравнивать бразильский и китайский футбол смысла нет. Было положение вне игры, а вот если нам покажут предыдущий момент, буду благодарен режиссеру для того, чтобы его разобрать. Да, было положение вне игры, как только игрок получил мяч, боковой судья сразу же зажег флажок. Нарушение правил. Явная сейчас подножка была. Ну, арбитр устным предупреждением в адрес нарушителя Лукаса обошелся в данном случае. Сборная команда Китая тоже хорошо играет через фланги, вот особенно через правый фланг. Технично сейчас сыграл Жу Тинг. Еще одно устное предупреждение Лукасу. Ну, я думаю, что здесь можно, как говорится, уже судье и власть потребить. Видите, по противоходу его попал, поймал и в опорную ногу попал Лукас. Итак, по-моему, 7 защитников против пятерки нападающих. Даже Рональдини пришел в свою штрафную площадь. Вот Рональдини очень хотел сыграть на этом олимпийском турнире, о чем, не скрывая, постоянно говорил прессе, журналистам и болельщикам. Не только сыграть, как он говорит, но и выиграть золотые медали. 29-я минута у нас. 1-0 сборная команда Бразилии выигрывает и уверенно контролирует ход этого матча. Ну, может быть, один такой полумомент китайцы смогли создать у ворот Ренана, основного голкипера пятикратных чемпионов мира. Правда, здесь другой состав играет. Но, тем не менее, когда мы говорим о сборной Бразилии, мы в первую очередь вспоминаем не Олимпийские игры, а чемпионаты мира. Авторитет велик у этой команды. Игра в одно касание, а вот здесь уже было столкновение, поэтому на эту передачу партнер по команде никак откликнуться не мог. Ну, опять досталось 13 номеру Эльсиньо. Здесь столкнулись. Арбитр посчитал, что нарушение правил было со стороны китайского футболиста. Синьо, конечно же, болельщики, в первую очередь, украинского футбола должны знать. Он из клуба «Шахтер Донецк», Украина. Мяч пролетел всех. И все. На своем пути. Рональдиньо. Чем хорош Рональдиньо? То, что он играет с двух ног. И левой, и правой ногой может сделать хорошую передачу, ударить поворотом, принять нестандартное решение. И сколько этого не ждут, и сколько об этом не говорят наставники, что от него нужно ждать беды. Беда, несомненно, и как правило, всегда приходит. Бразильцы держат мяч.
5 они выманивают соперника, ну, потому что, конечно, 11 человек такую оборону взломать очень сложно. И тем не менее, вот видите, в середине находится передача Рональдиньо. Но это просто он сейчас уже так немножечко начинает нам показывать шоу такое небольшое в своем исполнении, Рональдиньо. Да, исполнял, но мог и по-другому, мог влево уйти и положить мяч уже в пустые ворота, но он решил, скажем так, не совсем удобной правой ногой перебросить вратаря. Но вот сейчас, я думаю, мы посмотрим повтор. Таго Силва на ваших экранах, 4-й номер, он недоволен решением арбитра. Что-то по-бразильски выговаривает. Наверное, когда вот этот штрафной разыграет сборная команды Китая, тогда мы повтор выхода тет-а-тет Рональдиньо и увидим. Не смолкают болельщики на стадионе Кюн Хандао. И вот первый раз вступил в игру Ренан. Он из клуба Интернационале Порто Алегре. Это один из самых южных городов на карте Бразилии. Основной голкипер, 23 года ему. А кто будет закрывать эту передачу? Некому, хотя 4 футболиста в красных футболках, красных трусах и красных гетрах находились в бразильской штрафной площади. Никто почему-то на этот мяч смелости взять не пошел. Ратомир Дуйкович, наверное, тоже недоумевает, как и мы с вами. Ну, передача-то была хорошей. Оживились и китайские болельщики, и футболисты сборной команды Китая. Последний момент. И из-за боковой. Из-за боковой сборная команды Китая будет вводить мяч в игру. Ну, все правильно, на мой взгляд. Потому что вот режиссер хорошо камеры взял на вот этот момент, когда 15-й номер сборной команды Китая еще до того, как получить мяч, стал уже руками прихватывать защитника сборной команды Бразилии. Ну, я вот все жду повтор выхода 1-1 Рональдиньо. Интересно. Интересный момент, как он хотел перебросить вратаря. Ну и, наверное, славу вратарю нужно спеть. Лю Жен-Ли, 18-му номеру сборной команды Китая. Бразильцы словно убаюкивают соперника. Держит мяч, потом следует такой взрыв. Передача, выход. Нет, вот здесь в данном случае не точная передача, но вот до этого были моменты, когда бразильцы одной передачи находит верное решение, тут же идет, открывается игрок под этот мяч и под игрока, у которого мяч. И все становится очень и очень опасно. Ну, в целом, я думаю, что Дунга, наверное, должен быть доволен результатом и игрой. В принципе, никаких опасностей пока сборная Китая не представляет. Хотя команда техничная, команда хорошо физически, наверное, и психологически готова. Безусловно, для хозяев поля этот стадион знаком. Они знали, где будут играть, знали, с кем будут играть в группе. Прекрасно работает медицина, восстановительный фактор у китайцев просто на высочайшем уровне. Неверно был выполнен подкат сзади. И, возможно, будет первое предупреждение в сегодняшнем матче. Да, зацепил опорную ногу. Сейчас китайский футболист. Но арбитр, в данном случае Джероми Дамон из Южной Африки, пока считает, что устных слов достаточно. Пока горчичники никто не увидел. Бразильцы с одного фланга на другой. Пас назад. Здесь чуть-чуть не заигрался. Но, правда, там два защитника.
центральных были. А вот китайцы хорошо сейчас пошли. Ну, здесь не выдумывать. На другой фланг невозможно было сделать передачу. Можно играть, показывает судья. Игра в стенку. Еще дальше. Мог быть удар поворотом. Прострел и мяч, по-моему, не летел в створ ворот, но, тем не менее, вот это был самый опасный момент. И Ренан, можно сказать, выручил свою команду. Теперь я не знаю, какой нам повтор уже будут показывать. Ну, скорее всего, повтор с участием в атаке китайских футболистов. Ну, трудно сказать. Может быть, действительно мяч и летел в створ ворот. Поэтому Ренан его и отбил. А может быть, на всякий случай. Хороший сброс. Пока бразильцы в воздухе выигрывают. В основном выигрывают. Во второй раз Ренан выходит из ворот. Не очень выразительно дотягивается до мяча, но, тем не менее, и критиковать его тоже сложно. Явных ошибок на выходах не допускают. Хорошее подключение. 5 игроков обороны и 4 нападающих. В данном случае футболисты сборной Бразилии. Пас за спину. Хороший, разумный пас. Ну вот я заговорил о тех, кто забивал. Алешандр Пат, он забил пока 1 гол, а лучшим бомбардиром является Рональдиньо. Но его счету 2 забитых мяча. Ну, таких футболистов несколько на этом олимпийском турнире. Но вот в сборной команде Бразилии Рональдиньо 2 забитых мяча. Андерсон еще отличился. У сборной команды Китая это Донг. Футболист, который забил единственный мяч в ворота сборной Новой Зеландии. Но здесь сложно было защитника перебросить. А Донг играет под 17-м номером в сегодняшнем матче. И опять бразильцы что-то задумывают. А вот что знают только они. А у нас 40-я минута матча идет. Заключительного матча в группе С мужского олимпийского турнира. Сборная команда Бразилии выигрывает 1-0 после удара Диего, после его выхода 1-1. Ну, здесь слишком нерасчетливая передача. Хороший пас вратаря. Четкий такой, акцентированный. Влажно, душно играть. Душно футболистам и играть непросто. Ну, как говорится, что делать? За исключением сборной Китая, наверное, все в равных условиях. У хозяев всегда есть преимущество, ну, так и будет, по-другому не получается. Потому что вы знаете, что хозяева во все виды допускаются вне конкуренции. Без отборов. Рональдиньо держит мяч. Такой неторопливой походкой показывает всем, кто на поле хозяин. Такая игра у нас идет. А ну-ка отними. Китайцы отнимать не хотят на чужой половине поля. Ждут на своей. Вот 4 полузащитника. Подтягивают защитников к себе. Чтобы не было большого разрыва. Бразильцы этим умело пользуются. А бразильцы на другой, на правый фланг переводят мяч. Вот проход. Не получилось. Но мяч остался у команды Бразилии. Вот как раз футболист, который отличился в сегодняшнем матче. Диего, 15-й номер. Он пытался сохранить мяч для своей команды, нарушал правила.
зацепил ногу китайского футболиста. Быстрый перевод в центр. Здесь 4 защитника с парой нападающих легко китайской сборной справляются. Многие, наверное, знают, кто смотрит репортажи с участием сборной Бразилии, что капитан, простите, главный тренер этой команды Дунга сам изъявил желание тренировать сборную Бразилии на Олимпийских играх, понимая, что это своеобразный резерв, потому что важно работать с футболистами, которые должны усилить сборную. Молодая команда сборной Бразилии, средний возраст 22 года и 3 месяца. Поэтому, наверное, Дунга, как говорится, сделал все правильно. Тем более, что на последнем чемпионате мира в Германии сборная команды Бразилии не попала даже в тройку призеров. А вот в Корее была под первым номером. Во Франции второй. Ну вот тогда бразильцы и вышли с плакатом. Благодарность Жоао Виланжу, который уходил с поста президента ФИФА, Международной ассоциации футбола. Не будет перевода на противоположный фланг. Стадион неодобрительно загудел. Ну а что делать? Так можно играть. Бразильцы выигрывают, бразильцы контролируют мяч и контролируют матч. Ну и вот они действительно, похоже, что очень хотят выиграть золотые олимпийские медали. Впервые в истории бразильского футбола. Легко. А здесь угловой. Один всего был нападающий китайской сборной. Вот видите, как говорится, какого шороха он навел. Жутинг. Но защитники здесь молодцы. В данном случае трогать было нельзя. Джуймин подает. Вот, наверное, впервые китайские футболисты выиграли мяч в воздухе. Хорошая передача могла получиться сейчас вратаря. Защитник расчетливо сыграл. Все в пределах правил. И вот пас в разрез. Выход один на один. В третий раз. И во второй раз голкипер выходит победителем. Выходит все-таки победителем. Ну что ж, похвалим этого парня. Ну а Алешандро Пата мог забить свой второй мяч на этом турнире. И второй в матче Бразилия-Китай. Момент у него был прекрасный. Вот он на ваших экранах. Из Милана. Футболист. Тем временем уже атака на другие ворота. Ну что ж, Лю Жен-Ли выручает свою команду, а еще один арбитр сегодняшнего матча, четвертый арбитр, Биата из Сенегала, говорит о том, что вот этим табло, что к основному матчу добавлена одна компенсированная минута. Джероме Данон. И вновь кулаком дотягивается до мяча вратарь сборной команды Бразилии. Получится контратака. Может получиться. Есть еще время. Я думаю, что сейчас арбитр даст свисток. Да, все так и есть. Я лишь на секунду опередил это. Итак, первая половина матча, заключительного матча в группе С, в котором встречаются сборные команды Бразилии, желтые футболки, команда Китая
красной футболке, красные трусы и красные гетры, завершилась со счетом 1-0 в пользу команды Бразилии, в пользу команды Дунга. Диего забил этот мяч, выйдя 1-1. У бразильцев было преимущество. Они даже дважды выходили с глазу на глаз с основным голкипером Лю Жинли сборной команды Китая, но больше распечатать ворота сборной хозяев олимпийского турнира так не смогли. Тем не менее, бразильцы доминируют на поле и по праву выигрывают. Команды уходят на перерыв при счете 1-0 в пользу сборной команды Бразилии. На ваших экранах монгольская спортсменка. Показывает нам общий план стадиона Кьюхюангдао, на котором находится 33 тысячи болельщиков. Статистика первой половины матча Китай-Бразилия. Сборная Бразилии, напомню, выигрывает. Она вышла вперед на 18-й минуте после удара Диего. И я уже говорил в начале своего репортажа о рейтинге. Так вот, сборная команда Бразилии первой появляется на поле. Могу сказать, что Международный олимпийский комитет опубликовал рейтинг участников всех Олимпийских игр с 1908 года, когда начался по-настоящему олимпийский турнир. В первом турнире принимали участие 7 команд, 2 из них отказались. Сборная Франции выставила тогда 2 команды. Ну и вот настоящий в 1908 году начался. Так вот, на первом месте сборная команды Венгрии, 3 золотых медали, 1 серебряная, 1 бронзовая. А на втором месте команда Советского Союза. 56-й год и 88-й золото, в 80-м, а до этого в 76-м и в 72-м бронзовые медали. То есть, видите, мы в рейтинге намного на Олимпийских играх обходим бразильцев. Бразильцы занимают только 18-ю строчку. У них 2 серебряных, а 1 бронзовая медаль. Об этом я уже тоже рассказывал, что бразильцы в 96-м году в последний раз выиграли свою медаль. Они были третьими на Олимпийских играх в Атланте. А мы последний раз участвовали в Олимпийских играх в 88-м году, но выиграли золотые медали. А первые в 56-м году, тогда 1-0, обыграли сборную команду Югославии в Бельмурне. Потом был Бюнхен, Монреаль, Москва и бронзовые медали. Обидные бронзовые медали в матче с КДР, с теми же бразильцами, которых обыграли 2-0, и с командой Югославии. Ну вот команда Китая появляется на ваших экранах. Радомир Дуйкович, главный тренер этой команды. Он был ассистентом главного тренера югославской команды на чемпионате Европы 2000 года. Итак, уважаемые телезрители, мы продолжаем наш репортаж. Сборная команда Бразилии выигрывает у команды Китая, напомню еще раз, 1-0 после первой половины заключительного матча в группе С. И бразильцы очень близки к тому, чтобы показать 100% результат в своей группе. 3 игры, 3 победы, 6 очков. Обыграли команду Бельгии, команду Новой Зеландии. И вот выигрывают у команды Китая. Радомир Дуйкович был на ваших экранах. Участник чемпионата Европы 70-го года в составе сборной Югославии. Он играл за карману Цервена Звезды. Ну вот, кстати, прошлым летом на стадионе Цервена Звезда сборная парламента России под руководством Бориса Грызлова, который сказал, поздравляя наш канал с 5-летием, что это его самый любимый канал, он смотрит его больше всего, обыграла сборную Сербии. Ну и вообще пока сборная парламента не знает поражений, это так, чтобы удовлетворить академический интерес. А у нас впереди вторая половина матча, в котором сборная команды Китая попытается изменить счет в свою пользу. Ну, пока основной голкипер сборной Бразилии на этом олимпийском турнире по-настоящему в игру не вступал. Это Ренан, он из Порто-Алегре, играет в чемпионате клубных команд Бразилии. И 5-й номер, это капитан сборной команды Бразилии Ли Вейфенг, 30 лет. Он серебряный призер Кубка Азии 2004 года, играл за юношескую, молодежную сборную команду Китая. А это Рональдиньо, ну, как говорится, этот футболист в представлении не нуждается. И вот замена в составе сборной команды, команде Бразилии. 17-й номер Рафаэль Собис появляется. Рафаэль Собис появляется на поле.
под 17 номером. Главный арбитр сегодняшнего матча из Южной Африки Джероми Дамон. И у нас начался второй тайм этого матча. Ну, не могу сказать, что, наверное, это самая интересная игра, однако всегда любопытно наблюдать за Сельсалио, пентекампионами, каким бы составом они играли. Кстати, вот женская сборная команды Бразилии тоже обеспечила себе выход в следующий раунд на этом женском олимпийском турнире. Поэтому за командой, которая занимает четвертое место в рейтинге FIFA, вот на сегодняшний момент, смотреть всегда интересно. Я имею в виду, конечно, бразильцев. Ну и команду Китая тоже любопытно увидеть. Вот Дамон успокаивает игроков. В данном случае футболиста команды Китая, который улыбается. Ну, не могу сказать, что он доволен, что сделал нарушение правил. Он, скорее всего, доволен, потому что ему не показали желтую карточку. Бразильцы верны себе, они не форсируют события, они выигрывают, выманивают соперника на свою половину. Стараются разрушить построение в обороне. Игрок, который получил травму, вернулся на поле. Это Диего. Автор забитого мяча. На 18-й минуте он вышел 1-1. Еще Рональдини выходил 1-1. Дважды Алешандро Пато выходил 1-1. Но переиграть голкипера сборной команды Китая не получилось ни у кого, кроме Диего на 18-й минуте. Кстати, Диего играет за клуб Бремен из Вердера в Бундеслиге. Вот китайские болельщики, их 33 тысячи на стадионе, они активизировались и подгоняют свою команду. Удар по воротам, похвально, что был удар по воротам, болельщики этому тоже рады, но уж очень высоко и очень далеко было до цели. Кью Пенг бил по воротам, 19 лет этому парню, в прошлом году стал героем газетных полос, произошла авария автомобильная, и там много говорили, был у него алкоголь в крови, не было алкоголя в крови, сколько было алкоголя в крови. Ну, тем не менее, сейчас он играет за сборную Китая и играет в стартовом матче против команды Бразилии в серебряных и бронзовых призеров Олимпийских игр. Сборная Бразилии, напомню, еще ни разу золотых медалей на Олимпиадах не выигрывала. И вот Дунга, как он сам говорит, привез эту команду за золотом. И уже известно, с кем сборная команда Бразилии, напомню еще раз, встретится в следующем раунде, в четвертьфинале с командой Камеруна. В следующий раунд вышли также команды Нигерии, Италии и сборная Нидерландов. Угловой. Вы знаете, защитников было подавляющее большинство, но тем не менее они дело довели до углового, до корнера. Рональдини на ваших экранах. Что он сейчас задумает? Просто разыграли мяч. Скорее всего, это был удар по воротам. Проверил на прочность еще раз Рональдини голкипера. Тот в порядке. И китайцы разворачивают контратаку. Получится здесь убежать. Вы знаете, убегает. Скорость хорошая. Но кто-то должен помочь. Помогает свисток арбитра. Недоумевает Эльсинью. За что, почему? Ну, рывок тот 17-й номер сделал. Метров, наверное, эдак так. На 60, на 70. Размеры поля 105 на 68. Пытался пас пяткой, но это с моей точки зрения. Хорошо. И передача. А вот если бы не достал головой мяч партнер, то товарищ по команде мог бы замыкать. И в первом тайме вот сборная команды Китая активно начала. И сейчас тоже форсирует события, ну, проигрывает, положение обязывает.
все наоборот, конечно, да, конечно, конечно. Да, вот сейчас редактор мне подсказывает о том, что я перепутал, что играет за Вердер из города Бремен. Это Диего, 18-я минута, стала для него удачной. Он забил пока единственный мяч в этом матче. Ну, скамейка запасных, а точнее тренерский штаб Ратомира Дуйковича, ассистента главного тренера сборной Югославии в 2000 году. Напомню, что тогда в четвертьфинале югославы проиграли команде Голландии 1-6. Патрик Клюйверт забил 5 мячей, и тогда говорили уже о голландцах как... Ну, без 5 минут чемпионов Европы. Однако, вот они в полуфинале уступили команде Италии, забили пенальти и в основное время, и в серии после матчевых пенальти даже в ворота не попадали. Ну, а чемпионами Европы тогда стали французы. И вот на длинном шаге сейчас футболист, это 9 номер, Алешандро Пато, по-моему, это был он, мог обыграть защитника, последнего выйти опять 1-1. Нужно подкрепление китайской сборной. Бразильцы тоже активно. Хороший прием. Просто на ход и за счет скорости. Нет, защитник в подкате здесь на чеку. Эль Синья выбивает мяч. Вот он на ваших экранах. Хорошо, четко сыграл в подкате. Почувствовал, что другого варианта уже нет. Выбивает мяч на угловой. Ну, угловой. Это нечто другое, потому что игрок резал бы угол, входил в штрафную и ждал, кому передачу из партнеров сделать. Китайцы небольшими силами атакуют. Хлесткий удар левой ногой в сторону ворот. Мяч, наверное, метров 10 от цели прошел. Жоу Хамбин атаковал ворота. Он дебютировал в сборной 18 лет и 45 дней им было тогда. 145 дней было ему тогда. Это, в общем-то, рекорд. Сейчас ему 23 года. Бразильцы опять контролируют мяч. Не торопятся. 53-я минута идет. Выигрывают бразильцы 1-0. Так, с одного фланга на другой, через центр, и взрыв следует. В мертвую зону попал сейчас мяч. Бразильский футболист остановился. Что называется, око видит, да зуб не мёт. Ох! Какой прием! Эффектный, эффективный. Это Марсело, 6-й номер, его выполнил. Очень здорово. Бразильцы так время от времени показывают, что они действительно кудесники мяча и с мячом работать не разучились. И играть в футбол для них это не только работа, но еще и удовольствие. Бразильцы атакуют, в отличие от соперника. Сборную Китая на чужой половине поля. Хороший пас пяткой. Ну а дальше будет продолжение. Коллективный отбор мяча не получился, но зато Рональдиньо перехватил мяч. А вот, по-моему, сейчас рукой защитник прихватывал игрока, рвущегося к воротам. Рафаэля Сабиса, который как раз вышел на замену, и силы-то у него есть. Ну, арбитр посчитал, что если игрок не упал сборной команды Бразилии, значит, все в пределах правил. А здесь партнеры китайской сборной просто не поняли друг друга. Хотя команда целенаправленно готовилась к этому олимпийскому турниру. Все. Куда-то со скамейки Ратомир Дуйкович пропал. Может быть, пошел за запасными игроками. Сейчас в составе сборной Китая будут замены. Наверное, нужна свежая кровь. Напомню, что у сборной команды Китая пока
одно очко в активе. Ничья с Новой Зеландией 1-1. И поражение от команды Бельгии 0-2. А то, что касается бельгийцев, у них есть победа, и они играют как раз с командой Новой Зеландии. Удар поворотом. Ну, может быть, сейчас бразильский футболист увидел, что голкипер китайской команды далеко. Лю Жен-Ли вышел из ворот и, возможно, перебрасывал вратаря, потому что сильным у Диего удар не назовешь. Скорее всего, так он на точность бил. Цепка команда Бразилии, даже несколько человек действуют на чужой половине поля. Ну, это говорит о нехватке мастерства еще и тактике, наверное, умение расположиться на поле китайских футболистов. То есть вещи, которые приходят с опытом. Есть вещи, которые даны, что называется, Господом Богом. Ух, какой хороший хлесткий удар получился. И вот этих вещей у бразильцев, безусловно, больше. Ну и плюс, конечно же, есть уверенность. Пусть и от побед твоих старших товарищей, но тем не менее, уверенность это есть. Тиаго Невиш на ваших экранах, 16 номер. Это он бил поворотом. Удар получился хлестким, хорошим, таким неожиданным, но не точным. Касание, но продвижения вперед нет. И вот бразильцы, видите, атакуют. Рональдиньо и Диего. Ну, не скажешь, что пожар у ворот сборной Бразилии приключился, но тем не менее так в попыхах уже Брена выносил мяч. Мах можно было в стеночку, что называется, сыграть. Неплохой перевод на противоположный фланг. Стартовая скорость и дистанционная скорость у китайцев неплохая. Надо сказать, что они один в один на фланге обыгрывают, в общем-то. Не хватает, может быть, этого следующего за этим обыгрышем паса. Но могут на скорости уйти. Вот нам показывают болельщиков. Ну, могу сказать, что на матче с командой Бразилии больше всех зрителей приходит. Стартовая игра сборной Бразилии и сборной Китая. Это те команды, которые больше всего болельщиков собирают. Ну, вот стартовая игра мужского турнира сборной Бразилии и сборной Бельгии 40 тысяч болельщиков. А сборная Китая и сборная Новой Зеландии 41 тысяча болельщиков. А всего уже за матчами мужского и женского турнира наблюдало 615 тысяч болельщиков. То есть, в общем, цифры достаточно хорошие. 7 миллионов билетов, кстати, проданы на соревнования. И 75% для них предназначено для болельщиков Китая. Очень большие арены в Китае. Ну, только вот Птичье гнездо стадион, на котором будет проходить финал мужского футбольного турнира, вмещает 110 тысяч, где проходило открытие, где будет торжественная церемония закрытия. Футбольный турнир стартовал раньше того момента, как зажегся олимпийский огонь, и когда были объявлены официально о том, что 29-е Олимпийские игры открыты, то, что в 16 дней программа Олимпийских игр уже уложиться не может. Поэтому вот сначала начали женщины, 6 числа, потом мужчины подхватили. 8 числа было открытие. В этот день по традиции никакие игры не проводятся, в отличие вот от закрытия. В тот день, когда проходит закрытие Олимпийских игр, проходят финальные турниры, финальные соревнования, в том числе и марафон. А вот в день открытия нет.
отличие от паразитов, китайцы стараются работать на перехвате, не используют коллективный опор мяча. Потому что, наверное, понимаешь, что бразильцы большие искусники и могут сделать хорошую передачу. Втроем пойдешь, сразу оголишь оборону и там, как говорится, лови ветра в поле. Хороший пас. Еще один. Через центр очень умело бразильцы атакуют. Прекрасно вырываются в свободную зону. Вот смотрите, как сборная Китая тяжело выходит со своей половины. Подкат из-за боковой. Да, надо сказать, что бразильцы так с желанием играют, действительно. Бывает, что у них команда приезжает, и больше так они за счет мастерства, за счет академизма хотят выиграть. А вот здесь есть и желание бороться, играть, в борьбу вступают. Стыки идут. Нарушение правил с чьей стороны? 20-й номер сборной команды Китая на ваших экранах. Жу Тинг. Он нарушал правила. И бразильцы верны себе. Марсело. Тьяго Невиш. Нет, здесь защитники прочитали, а вот это уже так, стратегия бразильских нападающих. Они, располагается кто-то из них между двумя игроками обороны и на линии на одной. Ждет точную нацеленную передачу. Таго Сильва сейчас умело поставил корпус, прикрыл мяч и отворот. Рональдиньо. За боковой. Ну, пока есть пауза, еще чуть-чуть совсем истории. Сборная Китая свой первый официальный матч провела в 1913 году и проиграли команды Филиппинам, китайцы. А сборная Бразилии в 1914 году и проиграла 1-3 Аргентине. Я пытаюсь найти хоть какие-то вещи, которые равняют эти команды. Безусловно, конечно же, то, что касается вот национальных сборных, то здесь огромная пропасть между командой Китая и сборной командой Бразилии, между пятикратными чемпионами мира и сборной, которая, наверное, только мечтает, и то так где-то в глубине души, подняться на пьедестал почета, выиграть хоть какую-то медаль на чемпионатах мира. Ну, а теперь хотя бы, так сказать, выйти в следующий раунд Олимпийских игр. И здесь прозвучал свисток. Да. Прозвучал свисток раньше, до того момента, как 17-й номер сборной команды Бразилии, который, вот здесь было нарушение правил, вышел на замену, коснулся мяча. Рафаэль Собис. Ну, вот и китайцы решили попробовать за счет длинного паса взламывать оборону бразильцев. У Жута настроение хорошее, это Марсело, а вот у болельщиков, наверное, команда Китая не очень. Но я не думаю, что интерес со стороны китайских поклонников футбола к олимпийскому футбольному турниру пропадет, даже если сборная этой страны покинет олимпийский турнир. Ну, тем не менее, конечно же, им хотелось, чтобы прошли дальше. Сосредоточен Рональдиньо. Редкий случай, когда он не улыбается. Отошел он сейчас на розыгрыш мяча. А нет, пошел на привычное для себя место в центре атаки Рональдиньо. 10-й номер, капитан сборной Бразилии. Такая своеобразная игра в кошки-мышки. Бразильцы не торопятся отходить к своим воротам, но даже вот
эта неторопливость позволяет им все делать правильно и расчетливо. Ну, может быть, соперник все-таки в плену побед национальной сборной Бразилии находится. В плену избранных. Здесь, я думаю, что уже можно, наверное, рисковать сборной команды Китая. Конечно, всегда нужно сохранять честь мундира. И, наверное, сборной Китая и главному тренеру этой команды не без разницы, с каким счетом в заключительном матче проиграет команда, пусть и бразильцам. Но этим можно объяснить, что пока сборная Китая вот так очень осторожничает. Уж чересчур, по-моему, осторожно играет. Хотя соперник силен, ничего не скажешь тут. Расслабься на секунду, вот как в этом моменте, да? Аплодисменты, и Диего, который рвался к воротам, и основному голкиперу сборной команды Китая в этом матче, Лю Жэньли. Это Дунга на ваших экранах. Прекрасный футболист, ну, как тренер, это, что называется, нужно еще смотреть. Тренировать такую команду, как сборная Бразилии, это огромнейшая ответственность. Тут нужно иметь стальные нервы. Здесь, что не житель страны, 180 миллионов, то главный тренер. Ну, либо ассистент, либо помощник главного тренера сборной Бразилии, который определяет свой состав, у которого есть свои любимые футболисты, свои расстановки, свои схемы, свое понимание игры. Но что касается бразильской прессы, то тут, конечно, вещь это очень жесткая. Вот, получится выход 1-1. Явно сейчас цепляли. До штрафной площади это сделал корейский футболист. И первое предупреждение в сегодняшнем матче. 10-й номер сборной команды Китая получает его. Хан Пэнг вот за это нарушение правил, за то, что руками Диего остановил, который рвался к воротам. За футболку хватал. Ну, вот если бы Диего упал в штрафной площади, чуть-чуть бы дотянул, то мог бы быть пенальти, конечно. Вот так. Очень нравится, что у китайцев прекрасное настроение. Знаете, может быть, они довольны уже тем, что играют с бразильцами. Рональдиньо. Не видно его выражение лица, но, по-моему, он очень сосредоточен. Пять человек в стенке, шестой бразилец. Ну и что, Рональдиньо будет исполнять? Рональдиньо нам покажет, как это делается. Марсело и... Наверное, все-таки Рональдиньо. Нет. Не Рональдиньо. Не угадал я. И не угадал голкипер. Тьяго Невиш забивает второй мяч в этом матче. И после его удара счет становится 2-0. Великолепный удар. Да. В данном случае и Рональдиньо, и... Его партнер по команде выполняли лишь отвлекающую роль. А посмотрите, удар с двух шагов через стенку на заглядение. Крутится мяч, влетает в незащищенный угол. Ну вот видите, действительно неподдельная радость главного тренера сборной Бразилии Дунга, тренера национальной олимпийской сборной. И Тьяго Невиш получает поздравления от своих товарищей по команде. 2-0 становится счет. Я думаю, что, конечно, вот из этой ямы уже китайцам не выбраться никак, футболистам сборной Китая. Хотя бы гол престижа. Болельщики ждут, и мы ждем тоже с вами этого гола престижа. Донг, 17 номер, был на ваших экранах, на кого так очень тщательно показывали то, что я говорил, что это футболист,
который может заиграть в Манчестер Юнайтед. За всю историю клуба первый китайский футболист. Бразильцы опять атакуют. Нет, у Рональдини просто так мяч не отберешь. Это понятно. Но вот в этой цепкости он чем-то напоминает, конечно, Зидана. Хотя, в общем-то, это разноплановый футболист. Но цепкость хорошая в борьбе за мяч. Простой такой момент перебросить игрока. Рональдини уже на левом фланге атаки. Все время он смещается. Подыгрывает партнером, берет игру на себя. Вот опять он с мячом. Ушел здесь Марсело от подката, такого жесткого, если не сказать жестокого. И замена в составе сборной Китая. 9 номер. Гаулин. Вместо Донга, 17 номера. Вот видите, ничем он не проявил себя. И Ратомир Дуйкович меняет этого футболиста. Пусть и под аплодисменты болельщиков. А у нас мячом Рональдини. По-моему, впервые в этом матче он из-за боковой выбрасывает мяч. Делает это не менее умело, чем ногой. Играет. Ну, здесь тяжело было сделать точную передачу. Она просто должна быть супер ювелирной, так как защитники этот пас уже прочитали, защитники сборной команды Китая. Через вратаря, который застоялся, конечно же, безусловно. Да, Ренан без работы. И вот может получиться... Что может получиться? Может получиться опасная атака. Я был прав. Она получилась не только опасной, она получилась еще и голевой. Хороший четкий удар в дальний угол, в самую шестерку. И вот видите, Марсело зовет всех, что нужно поздравить. Ну, бразильцы, наверное, не знаю, может быть, человек 500 их на этом матче. Да, дважды в этом матче отличился Тьяго Невиш. Левой ногой. В левый от себя угол, в правый от вратаря. Посмотрите, здорово, очень хорошо пробил. Ну, метров, наверное, с 23. Тьяго Невиш, 16 номер. Так же, как и Рональдини, становится автором двух забитых мячей на этом олимпийском турнире в одном матче. Рональдини отличился с Новой Зеландии, но один гол он забил с пенальти, а Невиш забился штрафного из игры. Два забитых мяча. Ну, теперь я думаю, что уже просто нужно идти вперед команде Китая и действительно дорожить честью погон, честью организаторов турнира. И постараться провести гол престижа. Конечно, уже ни о какой победе речи не может быть и речь. Не идет. Разговоры здесь это просто такое лукавство, что еще шансы есть. Здесь нужно порадовать болельщиков просто забитым мячом. Но сделать это непросто будет. Бразильцы, по-моему, доминируют во всех отношениях. 13 номер сейчас. Шен Лонгчжоу появится на поле вместо Хуа Джуинмина.
вторая замена. Ну, понимает Радомир Дуйкович, что и молодым футболистам нужно поиграть. И действительно, все-таки постараться изменить рисунок игры. Здесь уже для зрителей на будущее игра идет. А бразильцы играют в свой футбол. Правильный, понятный им и результативный, который приносит нужные дивиденды. Посмотрите, как много игроков в красной форме. Но с мячом бразильцы. Вот что делает Рональдини. Он ушел сейчас на левый фланг. Прекрасно пропущен мяч. Рональдини находился рядом. Два футболиста сейчас терзают оборону на левом фланге атаки бразильской сборной. Удар. Но тяжело в этой ситуации было попасть в створ ворот. Это Диего бил, он уже терял равновесие, поэтому, конечно же, опорная нога у него была далеко от мяча. Вот видите, он так выгребал уже мяч. Точным удар в этом положении, точный удар нанести практически невозможно. Здесь на везение. Коллективная нужна игра сборной команды Китая. Один в один бразильцев не обыграть. Рональдиньо. Опять он на левом фланге. Центр освобождает. Конечно, его фигура приковывает слишком много защитников. Была задержка соперника, но судья не дал свисток. А здесь пас в такую явную борьбу. И явный проигрыш этой борьбы. Марсело и Рональдиньо на левом фланге. Они вдвоем показывают хороший футбол. Интересный, зрелищный. Вот опять Марсело, Рональдиньо. Все так вот необычно играют два крайних полузащитника. Рональдиньо и Марсело. Играет в метрах в 5-6 друг от друга. А отобрать мяч у них практически невозможно. Марсело, правда, так ноги бережет, на всякий случай. В стыке не идет. Ну, наверное, это и правильно. Впереди четвертьфинал. Матч с командой Камеруна. Думаю, что китайские болельщики сейчас должны быть благодарны бразильцам за этот футбол, что они не мучают эту игру, не сушат ее, как говорят поклонники футбола, а играют в футбол. Стараются забить еще один мяч. Вот Рональдиньо, конечно, догонит этот пас. Хотя не без труда. На самой линии, но достал Марсело. Можно было подавать, но Марсело решил сохранить мяч. Рональдиньо. Рональдиньо показывает, что от китайского футболиста ушел мяч. У арбитра другое мнение на этот счет. 80-я минута. 3-0 сборная команда Бразилии выигрывает. Это заключительная игра в группе С у команды Китая. 3-0. Бразильцы раскрепощенно, свободно играют в свое удовольствие для своих болельщиков, для себя. Футбол. Два прекрасных удара Тьяго Невиш нам продемонстрировал со штрафного и с игры во втором тайме. А в первом Диего на 18-й минуте вывел бразильцев вперед. Нарушение правил явно сейчас, конечно, толчок был. Такой откровенный. Таго Сильва атаковал соперника.
Стоять нужно на ногах. Рональдиньо. Спокойно. Вот так в подставочку, что называется, сыграл. Коснулся мяча. И замечательная передача. Вот опять он ушел на левый фланг Рональдиньо. Ну, а здесь, я думаю, что просто не понял его Рафаэль Собис, который должен был сделать этот рывок. Ну, может быть, и Рональдиньо так замаскировал, загримировал свои действия, что и Собис не догадался. Длинная передача будет. Ну, наверное, да, вратарь поможет сборной команде Китая перейти на чужую половину поля. Ну, неужели хозяева турнира, у них уже, что называется, крылья опустились и руки сложились. Надо играть. Чего бояться? Ну, 0-4, так 0-4. Простите, что я уговариваю китайцев идти вперед. Но хотелось бы все-таки посмотреть. Положение вне игры. Положение вне игры. Ага, вот сразу две замены в составе бразильцев. И под 18 номером это Жо должен появиться на поле. А меняет он как раз автора забитого мяча Диего. Диего уходит. И уходит Эльсиньо, 13 номер. Ну что ж, посмотрим. Жо выходил на замены в двух предыдущих матчах. Из команды Новой Зеландии, из команды Бельгии. Посмотрим, может быть, уже получится забить четвертый гол. Вынос мяча. Свободный. Тьяго Невиш на наших экранах и Рональдиньо. Ну вот Рональдиньо залубался, он спрашивает: «Вай, что случилось? Почему? Что такое произошло?» Китайцы как-то совсем уж сникли. Может, сейчас вот разойдутся в этой атаке. Ну вот, наверное, это самая затяжная атака во второй половине. По-моему, 5 или 6 передач. И она закончилась. Рональдиньо. И Марсело рядом с ним. Марсело. Рональдиньо. Ну, просто уже цирк решил устроить Рональдиньо. Начал чеканить. Наверное, решил мяч завести в ворота. Ну, цирк не цирк, а мы благодарны ему за это, то, что бразильцы действительно играют в футбол. Вот за это и любят эту команду. За то, что она играет в футбол. Даже выигрывает 3-0. Так, где у нас 18 номер? Где Жо? Надо атаковать китайским друзьям. Вот я сказал эту фразу. Любопытно, что сборная команды Советского Союза и сборная команды Китая между собой сыграли всего два раза. Несмотря на временами просто братские отношения.
Правда, эти отношения иногда менялись, так же, как и отношения Китая к Международной Федерации Футбола. Входили, выходили, возвращались. Ну, сейчас все устаканилось, что называется. Рональдини у нас. Рональдини у нас с мячом. Марсело так не спеша подошел к нему. И опять бразильцы перекатывают мяч с одной половины поля на другую. Рафиня подключился к атаке. Рональдиньо. Весь вопрос в том, забьют ли бразильцы, хватит ли времени и желания, сил, чтобы забить четвертый мяч. Китайцы просто уже играют на отбой мяча. Сборная команды Китая проигрывает в заключительном матче. Ну и, конечно же, ни о каком четвертьфинале не может быть и речи в этой ситуации. Рафиня. Так, ну вот получится контратака. Слишком долго. Да, и слишком безвольно. Китайцы сейчас атакуют. С таким настроением, конечно же, гол не забьешь. Падение. Штрафной. И есть шанс довести мяч в чужую штрафную площадь. Мяч замысловато закрутился. Не знаю уж, так ли его контролировал Брена и Ренан спокойно, уверенно, что дали мячу попасть в перекладину. Мог получиться гол. Но Ренан, наверное, чувствует ворота. Настолько уверенно, что даже не стал реагировать. Нет, мяч не попадает. Не попадает в ворота. По-моему, это был четвертый или пятый выход один на один. И вот первым же касанием мяча Жо мог отправить в четвертый раз в ворота. Мяч в ворота сборной команды Китая. Но счет не изменился. 3-0 у нас по-прежнему. Наверное, минуты две главный арбитр сегодняшнего матча Дамон из Южной Африки добавил. Это будет компенсированное время ко второй половине. Опасная игра. Нарушение правил. Время идет, и китайский футболист тоже так спокойно идет на чужую половину поля. А бразильцы, вы знаете, они заряжены на четвертый мяч. Они играют, пусть с нарушением правил. Это... Лукас. Да, это Лукас сейчас нарушал правила. Ну, ему в начале матча досталось. Затылком ударил китайский футболист. Не думаю, что это месть. Но вот видите, Лукас заряжен на борьбу. Хотя времени остается все меньше и меньше до финального свистка. Да и результат матча, в общем-то, никаких сомнений не вызывает. Здесь носилки не потребовались. 15-й номер сборной команды Китая. Он решил Джан Нинг без них обойтись. Он показывает еще раз момент, когда, наверное, Лукас получит предупреждение. Там вот показывали футболиста, который был травмирован. Сейчас показывает Лукаса. Лукаво улыбается.
Ксения. 3 минуты. 3 минуты арбитр добавил. Ну, может быть, минуты вот за это последнее падение. Нарушение правил. Так будет сказано. Точнее. Я думаю, что бразильцы сейчас легко эти 3 минуты поддержат мяч. Сорвут аплодисменты. И телезрителей, и, я думаю, китайских болельщиков в том числе. Нужно подкрепление. Штрафной. Марафаэль Собис его зарабатывает. Подножка была. И Рональдиньо. Был у него момент в этом матче. Был выход 1 на 1. Был удар поворотом. Вот еще один удар. Но голкипер на месте. На чеку. Рональдиньо сам будет подавать угловой. Хорошо в дальний угол. Здорово закручивал мяч Рональдиньо. Опять он с мячом. Не буду хвалить бразильцев, конечно же, в этом матче они сильнее, они лучше, они интереснее. Каждый играет настолько, насколько позволяет ему соперник. И бразильцы позволили сыграть команде Китая на ноль. В то время как забили в чужие ворота 3 мяча, 3 безответных мяча. Сборная команда Бразилии выигрывает в этом матче и уверенно, имея 100% результат в 3 матчах, выходит в следующий раунд олимпийского турнира, мужского футбольного турнира. 3 игры, 3 победы. Над бельгийцами, Новой Зеландией и вот командой Китая. Следующий соперник – команда Камеруна. Удар поворотом, но я думаю, что это так. Как говорится, на всякий случай, а вдруг повезет, не повезло, это Собис. Он играет в испанском чемпионате. Ну и говорят, что им интересуется московский Спартак. Может быть, для спартаковцев он и бил поворот. Мол, не зря мной интересуетесь. Да, совсем как-то уж безвольно выглядит сборная команда Китая. Для хозяев, я думаю, что это непозволительно так играть. Все-таки зрители, 33 тысячи зрителей пришли на стадион. А вот и свисток, который говорит о том, что сборная Бразилии одержала свою очередную заслуженную победу со счетом 3-0. Рональдиньо показывает, что майками нужно поменяться уже будет в подтрибунном пространстве. И на этот раз у команды Китая. Я напомню, что на 18-й минуте Диего забил первый мяч в этом матче. Во втором тайме отличился 2-й футболист под 16-м номером Тьяго Невеш. Сначала он со штрафного великолепно исполнил удар, а потом дальним ударом поставил точку в этом матче. Комментировал Олег Жолобов. Всего хорошего. До свидания.